трубку. Друзья, всем привет. Давненько меня не было на канале. Направляемся мы на побережье Черного моря. Полуостров. Прозрачная. Прозрачная, правильно. Едем мы со всем семейством. Наконец-то кривая у нас выровнялась. И теперь вот, думаю, у нас все будет нормалды. Едем на побережье Черного моря, как я уже сказал. Нашла новый путь, мне не сложно. Спасибо. А именно едем мы в Евпаторию посмотреть крымские Мальдивы. Дорогу я вам не снимал, потому как ехал ночью, в принципе, и там и показывать нечего. Вы ушли с маршрута. Ты охренела? Таможню мы прошли приблизительно за 3 часа без каких-либо проблем. Ну, объясняю, как. Вы вернулись на маршрут. Спасибо тебе, Алиса. Ага. Спасибо. Проехал я уже 730 километров. Еще осталось 500. Хотел я посмотреть днем этот Крымский мост, историю, и проехаться именно по дню. Говорить, в принципе, как бы уже уставший, как бы дорога дает о себе знать. Даже честно, слова не лезут, никакие мысли в голову. В принципе, по дороге никаких событий не происходило. Уже не знаю, литр, наверное, кофе выпил. Вот. По расходу, расход у меня показывает 6,5. Пару раз блуканул, но не без этого. В общем, друзья, смотрите и не переключайтесь. Уже подъезжаем к Крымскому мосту. Дорога, в принципе, нормальная. Можно покайфовать. Зараза. Короче, ребятки, идет строительство дорог, и вот с какой скоростью мы тянемся. Большая вереница в Крым, очень много людей едет в Крым. Кстати, на ДНР номерах еще никого не встретил. Один человек подходил, спрашивал, что за номера, откуда, в общем, как бы объяснил, ну и все. Смотрите, какая верница. И даже тот ряд, ну, чуть быстрее, мне кажется, встречка идет, чем мы тянемся. До Крымского моста мне еще 50 километров. Вот. Новые какие-то, вот смотрите, отбойники. И, короче, вот такая вот тянучка. Сзади меня тоже вереница очень большая. А, может там, слушай, там, короче, знаешь что? Там КамАЗ впереди, в этот грузовик идет, и вот это мы медленно тянемся. Если была бы возможность его обогнать, в принципе, может быть, мы быстрее бы и поехали. Хотя здесь ограничение стоит 70 километров. Вот. Чуть-чуть, конечно, задолбался. Ну, сами понимаете, дорога есть дорога. Но кофе спасает. Мне водичка спасает. Водичка спасает. Ну, это хорошо. Работа идет полным ходом. Строят, делают. И он, какая все-таки большая вереница. Сколько отдыхающих в Крыму побывало. И сколько еще туда едет. Красиво-то как, а? Вы знаете, видя такую красоту, сидя за рулем, в принципе, усталости нет практически никакой.
едешь, просто наслаждаешься. Я вот сейчас сижу и думаю, я, наверное, больше уставал с перевозами в автобусе, в маршрутках там, чем за рулем. Вот сейчас еду и просто кайфую. Кайфую от этих прекраснейших видов. А еще если сейчас увидеть днем мост, я думаю, вообще настроение, наверное, подымется. А тут такие вот разливы, не знаю, что здесь, а куда нам? Ага, вот сюда нам. Вот так вот перетекает, что-то затекает. Гляньте, сколько воды. И это все последствия сильных дождей. Вот, затопило. Смотрите. Вот такие вот погодные условия бывают. Ну а мы едем все ближе и ближе к Крымскому мосту. Вон оно, красавец. Он сдалека как будто из слоновой кости сделан. Красивый, просто нет слов. Сейчас мы ближе к нему подъедем. Наконец-то желание мое сбылось. Я его хотел днем увидеть. И вот я его... Да? Ну, хорошо. Какая мощь, архитектура, я даже, да сколько ж, какие умы над этим работали, чтоб такое сотворить. Красавец, да? Такая ара, да, на ним проезжаешь, да, зай? Вот это супер. Вот, ребятки, что я хотел вам показать. Хотя вы и так уже это видели, но я вам могу сказать одно, что проезжая его днем, аж внутри дух перезахватывает. Вот уже и красота вырисовывается, ради чего стоит сюда приезжать. Крымские горы, мне кажется, нет ничего лучшего. По крайней мере, это мое мнение. А мы вот топчем в котлету. Вернее, котлета за меня топчет. И вот нам еще сколько осталось ехать. Как-то так, друзья. Чем ближе к месту дислокации, правда, мы еще не нашли, где мы будем кидать свой якорь. Но все равно настроение... Силы, все как-то бодрится. Вы только посмотрите, сколько отдыхающих. Вот так вот. Вот вам и Евпатория. С домиками, с палатками. Ну а мы практически уже приехали.
Еще немножко и все. Вот оно. Море-морюшка. Я не помню, это или рыболовы. И колонны машин. Столько много. Вообще пробки. Фух. Ты куда лезешь на мотоцикле своем? Вот такие пробки в Евпатории. Это мы уже проехали больше половины. А там конца и края нет. Небольшая произошла авария и вот такая вот пробочка. Когда-то у нас такие в Донецке были пробки. Где меня сегодня не носило? И Мирный, и Поповка, и Штормовое. И вот наконец-то еду по Симферополю. Правильно, куда? На ЮБК. В Мисхор. Короче, ребятки, сделаю, наверное, отдельный ролик. Расскажу вам за Мирный, расскажу за Поповку. Как бы поделюсь своим мнением. Это, в принципе, не запрещено, как бы. Вот, каждый имеет право на свое мнение. Вот. Короче, за сутки у меня сегодня 1500. Это, я не знаю, это рекорд побиты всего, что можно. Я никогда столько не накатывал на машине. Вот. Как бы ожидания себя не оправдало. Очень, конечно, надеялись попасть именно в сторону Евпатории, западный берег Крыма. Но мы туда попали, но дело в том, что условия не те. Ну, в общем, в следующем ролике подробно все расскажу. Ребятки, всем привет, или доброе утро, или добрый день. Наконец-то мы приехали на свое место дислокации. Иди сюда, Сем, не ходи там дорога. Короче, нахожусь сейчас в Мисхоре. Смотрите, я вам немножко море покажу. Вот там находится море. Ну и как всегда, по традиции, сегодня будет у нас вечером шашлык. Иду сейчас за мясом. Дай руку, Сём. И немножко вам покажу местность. Вчера, конечно, денечек был напряжный. 1500 километров за сутки. Это, конечно, не шутки были. Причем 1500 километров без отдыха, без какой-либо остановки. То есть сел и поехал. На заправках, когда останавливался, мы прямо идем. Была чашечка кофе и обратно за руль. Ну, а как я уже сказал, сейчас мы с малым идем, возьмем мяска. Да, говори. Это был далекий путь на море. Да, далекий путь. И все, маринадик вам быстренько покажу. В общем, короче, отдых начинается. Новые силы и новые возможности. Будет у нас и нырялочка, и рыбалочка. В общем, буду все показывать. Все, что есть. Так что, друзья, смотрите и не переключайтесь. Погодка супер. Температура воздуха у нас 27 градусов. Разговаривал с отдыхающими, сказали, море 24 плюс-минус там 25 градусов. В принципе, еще теплое. Да, друзья, в гору, конечно, подниматься очень сложно. Вон, смотрите, Ай-Петри. Отсюда видно, скупились мы, сделали покупки в магазине. Теперь я мариную мясо. Фух. Пока поднялся по ступенькам, малеха подохренел. Ну а так что, отдых только начинается. Может быть, немножко здесь побудем, а потом переедем еще
куда-нибудь. Ну, в общем, будем смотреть по обстоятельствам. Так что, друзья, не переключайтесь, не забывайте ставить лайки. Да, и подписывайтесь на канал. Вот так. Все уже сказано за меня. Ну что, ребятки, сейчас я вам покажу быстренький рецепт мариновки мяса. Взяли вот такой вот кусочек мяса. Это крестец. Понадобится нам 3 луковицы. И вот такой вот классический соевый соус. Еще нам понадобится черный перец, приправа для шашлыка и немного мы возьмем кинзы. А, блин, забыл я лавровый лист. Ладно, сделаем без него. Это все сюда. Так, быстренько мы нарезаем мясо. Это сейчас сюда. В общем, друзья, да, в магазин сходил, мясо замариновал. Со мной. И теперь мы направляемся на море. Мамочка, как быть в Крыму и не скупаться. Сейчас я вам покажу немного пляжа, немного моря. Ну а вечером у нас будет шашлык. Вот и пришли мы. А ну стой, Сём. Это, по-моему, и есть здесь городской пляж. Вроде как. Да, это есть городской пляж. Смотрите. Ну, вода, я могу сказать вам, очень чистая. Очень прикольно. Да, по-моему, это и есть городской пляж. Мне кажется, вы там везде еще. Где? Надо, короче, позвонить будет, спросить, где бесплатный пляж. 200 рублей, конечно, на одного, где нет 220. Одного. 220. Это за двоих получается? Или за каждого 220? За каждого. Ни хрена, 450 рублей, это сильно жирно для пляжа. Нахрен. Я даже не знаю, где нырять здесь. Смысла нет нырять. Не будет живности никаких. Там водички не почище, потому что там много водорослей. Ну, я могу сказать, заход в море такой, стрёмный. А мне туда туда. Ну, вот здесь для малого только, вот. Прикольно. Короче, мы, наверное, здесь якорь сейчас бросим. И будем купаться. О, водичка, в принципе, такая, я могу сказать. Не сильно теплая. Азовье, мне кажется, покруче. Забери его. Ну что? О. Смотрите, какая красота. Скалы. О, водичка просто супер. Честно, друзья, вот не понимаю я всего этого прикола с пляжами платными.
ни хрена не делается. Все практически старое, ржавое. А деньги отдай за что? Не знаю. Вот, пришли на местный пляж, на городской. Вроде ничего, камушки, конечно, да, есть, места мало, но в принципе можно и покайфовать. Не знаю, посмотрим, может быть, мы побудем дней здесь 5, а потом перейдем еще куда-нибудь. Вот, что у нас впереди? Впереди у нас еще Ялта, обязательно вечерняя. Ну и помимо этого еще что-нибудь. Все. В общем, друзья, всем еще раз привет. Как и обещал, сейчас я вам сделаю обзор на наш номер, в котором мы поселились. В общем, смотрите. Вот такой вот у нас, вот такая вот у нас комната. Это все рабочие инструменты. И вот шкафчики, зеркальце. Ну, короче, такое все. Телевизор, кондиционер, тумбочки. Вот такой вот вид сверху. Здесь можно вечером попить пивка, кофейка, чайка. Тут мангальное помещение, это место, где можно сделать шашлык. Ну, вот так вот все выглядит. Вот так. В принципе, я думаю, нормально. Сейчас я вам покажу еще кухню. Тут просто с холла выходишь, с комнаты. Такой небольшой холл. Вот он. И сейчас пройдемся с вами на кухню. Тут лестница пошла на 4-5 этаж. Вот это у нас ванная. Довольно-таки ничего, бойлер, душевая кабинка. В общем, такое все. Вода все есть. Все работает. Тут такое ящички. Горячая, холодная. И сейчас мы с вами выйдем на кухню. Вот такая вот здесь кухня. Такой шикарнейший вид. Тут есть все самое необходимое. Варочная плита на 4 конфорки. Микроволновка. Веничек. Ну, в общем, все. Все самое необходимое. И вот такой громадный холодильник. Тут все есть. Это уже наше. Ну, короче, вот такой вот небольшой обзор, друзья. И внизу на первом этаже там еще есть большой холл, где можно там прохладно просто посидеть и отдохнуть. Цена этого номера 2000. Сейчас у нас сентябрь, бабье лето. В принципе, как-то так. В общем, кому понравился, вы знаете, что делать. Ставьте пальцы вверх и подписывайтесь на мой канал. Это Мисс Хор. Ну что, друзья, вот и пришло время готовить нам шашлык. Угли уже растопил. Сейчас они чуть-чуть побелеют. И будем нанизывать на шампура вот такое классное мясо. Такая вот тут площадочка. Типа мангальной зоны. Ну, в общем, как-то так. Здесь он такой вот инжир растет. И сейчас еще вам что-то покажу. Первый раз увидел, как растут гранаты. Чуть не сказал бананы. Вон, смотрите, как растут гранаты. Вот там где-то море, а там гора Айпетри. Ну, а мы сейчас будем нанизывать мясо. Тикай, Сем. Сейчас. Да сейчас разгорится. Море, могу вам сказать, очень шикарнейшее. Чистое, на удивление. И достаточно теплое. Малой сегодня с воды не вылазил. Oh,
она какая красота получается. Только надо как можно чаще крутить. И все. Огонь. Там, где жирок, конечно, подгорает. Ничего. Все, короче, снял. Мясо, посмотрите, какое беленькое, сочное. Смотрите. Скажи мне. Хочешь попробовать? Ну, конечно, хочу. Нет, ты что, снимаешь? А. Как тебе? Огонь? Я же говорю, простой и очень быстрый рецепт. Так что, друзья, всем приятного аппетита, кто сейчас садится кушать. А может, просто вы сядете после этого ролика. В общем, подожди, она горячая. Всем до встречи. Всем пока. С вами был на канале Стих Барди. На канале Сёма. В общем, пока. До встречи.